21 марта 43 года. Жительница деревни Молочные дворы Плавского района. Медсестры запаса Валентина Елистратова и Мария Никонорова обратились в Тульский обком комсомола с просьбой отправить их в ряды рабочей крестьянской Красной армии. Девушки писали: «Желаем пойти добровольно защищать свою священную родину от натиска фашистской твари, отомстить за смерть отцов, братьев, сестер, за муки всего нашего народа. В настоящее время мы работаем при милиции, но хотим защищать свою родину так, как комсомольцы должны быть всегда впереди. У нас есть много воли, желаний и ненависти к врагу, и любви к своей родине, партии Ленина, Сталина», заверяли комсомолки. До победы оставалось 780 дней.